Зовемся Юлія. Живемо овді у Хрватській скоро 9 років. Волімо Хрватську, але волім і Русію. Дошли смо овді да ізявити своє мислення. Ми смо обичні руси, обичні люди проти рата. Ми не желимо да умире обичні граждане Білорусі, України, діти, жени. Ми то не желимо. Все из россияне, русские, белорусы, но мы выражаем мнение, ну как бы людей с русской культурой. Вот. И для нас украинцы это тоже русские, то есть это люди с нашей же культурой. И поэтому мы так же, как вот в этой войне, мы на стороне русских, которые сейчас борются с другими русскими, которые за Путина. Вот мы однозначно поддерживаем народ Украины. Русі в катастрофальній ситуації саме, да? І Путін є започав рад, да. Може красти віше, да? Може рішати свої проблеми. Он мора об'яснити становнішну, да. Ми живемо лоше, але імамо пуна неприятеля, і з бок них ми живемо лоше, да? А то не істина, розумієте? Имају ли овде људи членове својих обитељи у Русији тренутно? Молим? Да ли има, значи, од вас овде који сте се окупили, ако знате, да ли неко има своје обитељи у Русији тренутно и да ли сте у контакту, што кажу они? Сви су забринути већином, да. По мене сад у Русији скоро нема таквих људи који поддержавају ову агресију. Их јако мало. И ми смо исто јако забринути због наших обителей, јер сад, они не могут дочь от нас, да, нечебить авиона, нечебить свашта, разумеете, и за нас то яко велика брига. Не смо никак могли помыслить, да, изгубимо контакты со своим землем, а сад так уйдет. Я живу в Хорватской, кто сам я, моя майка из Украины. Мой тата жив, я сам роджен в Білорусі і завершився у Хорватській. Садом ми дійшли акцентувати, чому ваш позор не само на русській агресії, путінській агресії прямо України. Ми знаємо ще одного агресора – Білорусі. Але, пазіте, то не держава, то один чоловік, який се зове Лукашенко. Это битно важно. Господин Куэтре говорил о русах, украинцах. Ешь постоит белорусская держава. Постоит один человек, агрессор Путин. Такой агрессор. Не то русские люди. То и овде пуна русских людей. Они живут у Хорватской. Они поштуют державу, поштуют цивилизацию. Але сада один человек шалит бомбы, и другий человек нему поможет. Путин и Лукашенко. Кто в питании?